Сегодня я хочу поделиться с вами тем, что у меня хорошо получается. Я, как молодой педагог, нахожусь в поиске новых технологий, методов и приемов. Мастер-класс – это не что иное, как демонстрация новых педагогических разработок. То, чем можно увлечь ученика, сделать уроки не только информативными и содержательными, но и интересными. Каждый конкурсант пытался выделиться своим нестандартным подходом к изучению темы. Подготовка была основательной, признаются участники. Изначально была поставлена цель, как я хочу выступить, что я хочу рассказать, что хочу донести. А дальше мы находили уже информацию, много отбирали, делали, составляли, сидели. В общем, работа была сложной, долгой, результат порадовал. Мастер-классом предшествовал мозговой штурм. Конкурсантам было предложено создать собственный интернет-сайт, личный блог или страничку на сайте школы. Здесь представлена не только информация об учителе. На портале опубликованы авторские наработки. Все для удобства в изучении конкретного предмета и темы. Лучшие по итогам двух конкурсов – созданию сайта и проведения мастер-класса – были допущены к третьему этапу – открытому уроку. Среди лидеров – учитель музыки из 4-й школы Елена Сухих. Открытый урок постараюсь вести для ребят ярко, открыто, доступно. Очень много наработок именно для понимания детей музыки, чтобы все получилось действительно доступно и немудрено для ребят, да? Чтобы малыши поняли и понимали музыку чувственно и отшумленно. Традиционный городской конкурс «Учитель года» в 2018-м было решено провести по-новому, говорят в отделе образования. И это неспроста. Задание городского конкурса повторяет этапы областного состязания. Мне хочется отметить, что мы в этом году возобновили традицию. И ранее, конечно, проходили конкурсы профессионального мастерства педагога, но немножечко в другом формате. Отрадно, что в этом году мы сразу заявились на три номинации, нашли поддержку педагогов и во всех трех номинациях педагоги участвуют. Уже в среду, 24 октября, три лидера в каждой номинации проведут открытые уроки. Они выявят абсолютных победителей городского конкурса. Чествование лучшего воспитателя, дебюта года и учителя года пройдет в торжественной обстановке 26 октября. Победители городского конкурса будут представлять наш город на аналогичном областном.